20 лет Ирина Солонина посвятила химии, работала в Российской академии наук. Но с открытием новой школы рядом с домом ее жизнь кардинально изменилась. Теперь накопленные знания она передает детям. Многие предметы, особенно естественного направления, зачастую вызывают сложность у детей. Поэтому после долгого изучения фундаментальной науки я поняла, что очень важно детям донести сложное простым языком. В таком образовательном учреждении, как школа «Багратион», для углубленного изучения предметов есть все необходимое. Специализированные классы, современное оборудование, профессиональные педагоги. У нас все новое. Какое замечательное оснащение, какие замечательные учителя, какое оборудование, вы не поверите. Ведь смотрите, я домоводство веду, ну так Пасаринкин называлось, домоводство. У нас две огромных мастерские. У нас швейная мастерская, это практически мини-ателье. Там есть все. Там есть парогенераторы, там есть швейные машинки, оверлок, гладильная доска, два манекена. Вы представляете? И вторая мастерская – это кулинарная. И это практически мини-кафе. Большой актовый зал, просторная библиотека, столовая на 800 мест, кабинеты информатики нового поколения, 4 спортивных зала, большой стадион. И все это теперь рядом с домом. Не нарадуются ученики. До этого я училась в Дедовской гимназии номер 13. Конечно, приходилось ездить на автобусах. Но сейчас школа неподалеку, и приходится не ездить на автобусе, а теперь можно свободно идти до школы пешком. Это, конечно, большая для нас радость. В среднем звене школьникам помогают определиться с профессией. Открыт кадетский класс. Мне нравится военное дело. Я с детства в 7 лет хотел стать танкистом или военным, поэтому я захотел в кадетский, когда он сразу появился. А мне понравилась школа из-за того, что она плюс большая, чтобы я поступил в ФСБ, и мне очень нравится эта школа. Первые учебные дни позади. Педагоги и школьники обживают новые классы, знакомятся друг с другом, привыкают к масштабам и уже почти как дома ориентируются в самой большой школе Подмосковья. Мы за первые 2 дня, конечно, чуть-чуть блуждали, но со временем мы уже осваиваемся и знаем, где столовка, где наши кабинеты. Школа очень большая, новая, красивая. Пока не ориентируемся, но коридоры большие, хорошие. Здесь очень легко заблудиться, и я не раз здесь уже заблудилась. Ну, а так-то минусов нету, школа шикарная. Уже скоро в здании появится навигация. На классах установят таблички, и тогда на площади 30 тысяч квадратных метров никто не заблудится. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».